Песня для Риги и всей Латвии, ну вот готова. Давайте начинать, всем привет, здорово. И пусть попробуют ко мне только потом придраться. Мол, ты поешь по-русски, это оккупация. Я ни одной запретной темы в песне не затрону. Все будет весело и не нарушу я закона. Ведь не политик я, хоть тоже часто с микрофоном. Но я специально веселю народ во всех районах. И тут возник вопрос, извини, но кто ты? Ты хочешь всем похвастаться своей крутой работой? Нет, я не буду вас просить о сотне лайков ниже. Я не снимаю этот клип для хайпа, я в Париже. Я лишь хочу особой датой сделать праздник ваш. Запомнится надолго, как тайский фуд-массаж. Ведь первые куплеты вызвали у вас улыбку. Главное, не повторяйте глупую ошибку. Не зовите тамадой, просто я ведущий. Помогу с твоей мечтой, как Брюс всемогущий. Если про меня друзьям ты своим расскажешь, проведу тебе хоть газ и бесплатно даже. Уважаемые дамы и господа, меня зовут Посыпайка Валентин. Я ведущий мероприятий в Латвии и по всей Европе. Если вы хотите, чтобы самый важный день вашей жизни запомнился надолго, доверьте его мне. Ведь я знаю, умею, могу и еще много других глаголов. Будьте счастливы и помните самое главное. Не зовите тамадой, просто я ведущий. Помогу с твоей мечтой, как Брюс всемогущий. Если про меня друзьям ты своим расскажешь, проведу тебе хоть газ и бесплатно даже.